О, караванчик метется. Дальше на юг. Он что-то первый остановился. Будет базарить до следующих. И вот так они ездят вместе. Аж с Канады. Сюда. Дальше на юг. Вот те две первых называются Fifth Wheel. Типа как трейлер, но он получается в трекбед цепляется. И автобус с ними. Вот он тянет машину за собой. А потом он паркуется, а на машине везде носится. Они специально добазариваются вместе, так встречаются и начинают ехать. Ну, им удобно, типа поддерживают друг друга. У кого еще случится по дороге, можно вместе раздуплиться. V10 бензиновый двигатель, 10 цилиндров, ничего так. Вот такая жесткая сцепочка. Вот и все, понеслись дальше.